понял. Ты такой кусаешь ебало, такой, просто сжимается, блядь, ну знаешь, бабушку, блядь, превращаешься. Айдол в жопу должны. Ой, подождите, дайте залезть. Куда, 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 поехали, Uber оставьте. Да мы трэш пошли чистить. А. Давайте с нами. Вы хотите первого босса в Хэнк? Какой ужас? Какой ужас? Никакого ужаса. У нас 15 основа наша. Залезем все, закроем этих пушки. Страшно, страшно очень. Я просто ходил в пугарейдах на ХМ-ку, они вайпнулись до первого этого стана. Давай смотреть, какие гильдии. А Aegis of Immortal, нормально. Непонятно, непонятно. Легион должны. Все, ну как бы это понятно. Ладно, Чоппера садится. Так, молодая, и еще одно тело, говорит. Че, уже фул там? Да, почти фул сейчас будет. Хуя вы устроили, блядь, даже кофе не успел насыпать. Ну мы серьезные ребята, блядь. Не, мне просто понравилось, как это было, типа, надо собрать этот, как его называют, Ульдуар, 25-ку вторую, типа, сгонять. Типа, да, да, надо, надо. Я, типа, всех настропалил, Войд такой, типа, оп, такой в конце. А, да, чё, а, в смысле, ну ладно. Нормально, все правильно. Вообще-то Войд предложил собрать еще вчера. Ну. Скучно. Так. А сейчас нет никакого контента. Даем? Вы придумали? С Волониром. Войд же себе их собирает. Ну, понял. У кого больше, делаем ставки. Нет, можно мне на Рогу собрать? Некому и собирать. Ну, я же говорю, типа, кроме тебя. Выбор, некому собирать. Рос, как у тебя дела? Хорошо. Что тебе новенько? А, да и ВК, конечно, успеешь. Рос. И ВК через полгода. Рос, слышишь? Как там погода в Украине? 28. Хуя себе, блядь. Извините. Извиняю. Нормально. В Украине, если дождь идет, пахнет покрышками. Хорошо. Я сегодня шел, короче, ну... Да нет такого, в смысле? Это шутка про Майдан. Я не понял. Неплохо, неплохо, сука. Короче, этот... я сегодня по поводу запаха покрышек. Я сегодня проходил мимо завода. Бля, так сваркой пахнет, прям такое, ах, эти вот. Что, на работу захотелось? Да, вернуться захотелось. Я типа их мурыжу, короче, мне типа там директор пишет, типа, давай, ты типа, говорит, знаешь, типа, он меня, знаешь, подлезал так четко, говорит, типа, и ты не столько я нужен тебе, сколько ты мне. Я такой, о-о-о, подкат засчитан. В смысле, подожди, это на... А, я понял, ты так и должно быть, директора должны шопу лизать своим подчиненным. Я думаю, во всех компаниях так вообще. Да, они-то лижут жопу, но при этом забирают 90% твоей зарплаты себе. Да, а иногда и жопу не лижут. Да, еще иногда. Да. Так что директора в любом случае пидоры. У нас тут директоров нету? Так и запишите. Если я видел кого-то из директоров, конечно, вы извините, но... Директор должен... Ну, идите нахуй, да. Директор Noz Mythology, Бьорн выступает. Ваше слово, Александр. Вас, это расценник как осуждение игрока. Бьорн, где моя зарплата? ЕП в виде ЕП что мало, что ли? ЕП? Хуйня. ЕП. А как же вознаграждение для рейлов там в конце рейда, там, знаете? Нет, пока нет. Это все ваша мотивация, там, чтобы мы были лучшими. Ну, мы так лучше. Сейчас бы рейлить за мотивацию. Ну так, блядь, а нахуя тогда я вообще тут сижу? Я не знаю, зачем ты вообще рейлишь? Ты какой-то идейный слишком.
я не могу рейдить, мне супер некомфортно. Да, это постоянно, ты... типа, ты рейд проэралил, потом неделю отдыхаешь, блядь, морально от этого рейда. Да ну нахуй, ты чё? Лежишь такой под холодным душем, такой, типа, куришь сигареты, да, да, да. Стресс, блядь. Очень, очень напряжно. Пиздец, блядь, особенно когда начинается. Я могу зайти элемушка, если что. А у тебя шотовагон, шотовагон. Суисерого. У Невера, у Невера, шо этот? Шо не твин, то твин. О, ну тут. Ну, совах у него хороший. Да, отличный. От моего. Блядь, сравнил 2-4 и нихуя. По кнопке я все равно лучше, чем ты жму. Конечно, лучше. Сильнее, сильнее даже. Ну да, у меня поэтому W разъебанное с пробелом. Там, чтобы друга заберите, ребята. Я, смотрите, всех спас. Я Иисус. Что? Танкую, пацаны. Я спас, все нормально. А умеет кто-то крафтить что-то там, куда-то там? Ну, да. Нужно столько-то, сколько-то того. Мне нужен, короче, сердоль на СПД и сердоль на крит СПД. Ну, только не сердоль, а кисанит. Есть кто-то со способностями? У Скаеза есть, да, у приста на СПД красный, но он оранжевый, кисанит, только СПД хаст есть. А что не меня на шимане? Какой банан? Здесь нет банана. Тут они АФК оба. Да я не могу сейчас. Могу только через минут 20. Специями. Представляете? Ой-ой-ой, профессионалы. А кудлик ЕПА не полутает, потому что он лутал вроде за этого, за мейна. Так подожди, он на мейне был он или нет? Ну, да. Как минимум на замене был он. Ну я помню, а во второй день, когда вот он был в рейде? Вот, во второй день был, в первый его не было. Сейчас я посмотрю. Посмотри, да, только на так он же, если пойдет, он пойдет паладином. На паладина я ему ЕПА тогда. Так он планировал, да нет, если у него, тихо, если у него нету КД, то он был только во второй день. Да, он был во второй день, он за второй день латал ЕП. Ну, типа, можно его снять за второй день и, типа, дать ЕП за эту льду. Бьёрн, а там у тебя телевизор, по-моему, работает. Это не меня. А, колбой. Чё, я ему дал, может. Всё, супер. Был кудлик на Локи, говорит, он в Мироне был с нами. Добрый. Добрый. Здорово. Так, всем привет. А смысл это тело? У нас два человека нету. Всем привет. Пал, не будет уже. Уже походу не будет, так что все, ребята. Пал потерялся. Ну, 6 паладинов, куда еще? Нормально. Да, паладины какое-то такое. Мы же на Алгалона идем, типа, как раз паладины пригодятся. Можете двух варов найти каких-нибудь. Ой. Подождите, а у нас у кого-то есть ключ на Алгалона или никого нету? Ты хочешь Алгалона идти? А чё, нет? Да нахуй нет. Да ну типа такое. Уже половина не была вообще, ну, из людей. Давай я поспамлю. Может, фури какого найду сейчас. Так если вы чаще будете спамить, это не значит, что вам чаще не будут писать. Ну да, Void просто в бане у многих, поэтому нормально.
анусы в чат кидают. Ну, я имею в виду Кианусы, Ривсы кидаешь в чат. Бля, бедный Киану, как вспомню, что он засыпал в рейде, просто смотрю, у него стрим, короче, он типа час бездвижный. А мне кажется, другого. Он и с ним типа не очень получился. Хоть актер есть. А это, кстати, добавили какой-то этот звук внутрь игры. Я думал, это какой-то крип в этом был. Я думал, это в Дискорде кто-то балуется. Как вы вообще со звуками в игре играете? У вас голова не кружится? Да не, отлично. Звука надо. Я только когда качаюсь, могу врубить звук там, а так мне в рейде. Я не знаю, да, в рейде супер отвлекает. Ну, ДБМ можно оставить, но и то, зачем тебе ДБМ, если ты знаешь тактику? Комбок. Хороший квестик. Неплохо. Все, Войда, пиздец. Удбжа 25. И инту ему дайте. Нет, это не инту, ину, ПМ. А сколько фуриков было в гильдии, а сейчас что-то... Сколько у нас фуриков? Да он хрипат ему может сломать нос, чего? Так а зачем тебе много фуриков? У нас будет 2 фурика, они будут срывать агро достаточно. Да. Нам нужен фурик хотя бы, блин, чтобы для крита какого-нибудь, он в мирике не желает. Ну, во фро есть, босс есть и достаточно. А, не, я прямо сейчас рейд говорю. А, так за сейчас плевать, типа, пускай... Да киску возьми какую-нибудь бешеную. Да, она же тоже 5 крита дает. Сейчас я хрипатом не пишу, может, спадет. А у нас сова есть? Есть. Две даже. У вас есть сова и машина. Это за про меня? Спасибо. Сова и киса? Просто борода, все послетало. Они все слева всегда. Да, завезли на арену. Ну их 5, а одна стоит он у осадных и 4. Угнали. Давай ты вспомнишь, а потом, короче, расскажешь, что как-то не спешишь. Нет. Я смотрел, мне не хватило. Да, да. О, я ФДК нашел 223-го. Давайте возьмем. Нормально. Сейчас я учу. Мне умножить 8 на 3. Есть у нас математика? И минус 2 потом еще. 22. 22. Дай кубову, да. Отлично, пацан, спасибо. Подскажите кто-нибудь, где ставится этот, чтобы на полосках было видно этот индикатор, проценты, либо же этот, это где? В настройках, в интерфейсе. А чуть-чуть по конкретизированию? Ты имеешь в виду, чтобы хп-бар над... Да-да-да. Ctrl-V, если нет, билды не стоят. Нет, у меня билды стоят, я не про это, я про портреты. А, портреты, смотри. Чтобы можно было. Рейд, кладка рейд. Текст индикаторов. И группу вытаскивай просто. Ой, да, текст индикаторов. Текст индикаторов. То тебе этот человек, ну, не умеет понимать, что ты говоришь. Ты научись говорить сначала. Я азбуку уже нормальную, уже почти выучил, все хорошо. Бля, надо попробовать робота в ХМ-ке закрыть. О, сейчас посмотрим, как Бёрн будет хилить. О. Нормальный, но Бьерн просто оверхилит постоянно. Так я ману умею экономить. Ну, посмотрим, посмотрим. Просто Бьерн говорил, что он типа лучший хпал Сируса после меня. А ты хпал что ли? Ну, лучший. В ретнике?
Так, блядь, слышишь, там и куда хорошая с робота падает, и шея, блядь, надо плевать. Блядь, да убьем ты, господи, что ты? Да, типа... С пугами хрен, ну ладно, пацаны. Да тут пуги машины, ты посмотри, они тут все уже, этот, убийцы жилистые. А, ну, кстати, да. А Гудли кем пойдет? Варом. Да самонуть нужно, я думаю, ребят. Так мы варов у него КД и на локи КД у него. Единственное, а откуда у него на варе КД? Ну, закрыл с кем-то хз. Не, так почему Бьерн утверждает, откуда ты... Сейчас, знаешь? Подожди, Гудлик он вниже на канале сейчас, зайду, узнаю у него. У нас я ФДК взял и в гильдию взял, это ко мне в статик. Вот, он сейчас там минут 5, хоть чай сделал, только домой пришел. 209 левел? 223 ФДК. Диабло. Название, конечно, у него такое, знаешь, как будто он этот, опасный тип. Нет, это нытик с БГ. Кстати, я помню в детстве, читал книжку Диабло, не помню, о чем она, но точно была. Их несколько штук было. Кто помнит, кто читал? Кто перечитает? Не читал, к сожалению. Никто не читает, просто ботаник это единственный вредит. Да, блядь, все читают, все нормальные люди читают. Тут все ходили, гуляли на улице, блядь, там... Все нормальные люди читают. А ты книжки читал здесь. Хулиган. Поэтому вы теперь так плохо играете, правильно? Слушайте, знаете, в чем прикол ника Диабло? То, что вы теперь даже описание спыла не можете прочитать. Да, говори. Дон, да. В том, что ты, ну, типа, твинов с ником Диабло 2, Диабло 3 можно делать. Угу. А, да. Ты двойку поставишь. Ник Half-Life тоже. Ну, этими буковками. А, ну да, можно. А, не помню. Ты не сможешь три сделать, там, типа, три символа подряд нельзя. Гудлик сказал, что ему не нужно, он на варе зайдет. Кого? Какие символы, говорю? Блять, вот сука! Пизда ему. ГП дайте просто. Да. Я звучал тут. Варум. Слышишь? Так, а у вас еще поле пауэр четверых есть. У Анту, Азуси, тебя и Кубоба, настройте себе просто. Все, пошли, ну, может, этот самый Гудлик потом подойдет. Так, вспомните меня и пошли. Да, блин, сумануть было, пусть бы хоть полтал ИП. Он не ИП, этот, ОД. Чай делает. А как, мы будем это в хэмке закрывать сейчас? Ну да, его закрывать. Вот, Настя Киса, нормальный водитель. Так, я звезду. Да я уже сел. В Бьерна тоже. Бьерна, у меня сзади. Да давай я плюс Неверлайн. Всего в звезду сяду. Так, ой. Все разрушители, да, заняли уже? Нет, еще. Вон, Кубова посадил, он в танке все равно. Да все, джинус.
Вот, ты можешь сразу запулиться, и все, кто возле стоит на маунтах, вы можете в пушках запулиться, а люди к вам сядут. Угу, все нормально. Не могу на красную кнопку сесть, короче, в катапульту. Там две осадки без водителей. Да не, можно сразу садиться. Да. Вообще не нужно. Диабло. Диабло, по-моему, в этом, в пушке сидит, а пока что. Да все, воху, выгнали, бля, давайте. Подожди, если сейчас люди будут стоять рядом с разрушителями, их убьет с пула. Убьет. Так а нет, почему они сразу не могут сесть? Да... Ладно, а ты, Рэл, ты развлекайся. А кто, кто, зачем ты сел ко мне, блядь? Залазь ко мне быстрее. Сел. Да, сука, что ты делаешь? Драгераж, не палил. Надо было объяснить себе, что пушка сделала. Люди первый раз, наверное, тут. Да не тяни все подряд, типа. Ну, да не тяни все подряд, бочки, что ты делаешь? У меня сидит. Рога, ты зачем сел, блядь? Ой, запрыгивай, нажимай эту кнопочку, теперь на гараж. Слазь, слазь. Прикинь мне бочку, кто у меня там. Кто в ромбике был? Анто, Анто, залезь, пожалуйста, за пульсе. Блин, что вы стоите, я не понимаю, вы нельзя были? Нельзя было залезть, сбагалось, походу. Так, если вайпнемся, я объясню, бля, что это самое для меня. Хуя. Потому что, блядь, но... тут это пиздец. В трусах никого нет у меня в пассажире. У меня тоже в ломбике никого нет. А, на машине, походу, кого-то не хватает. Больше не выпускаем. Иксай, цени мне колчеганы. Синяя бочка, цени мне. Джиллиан, залазь. Вот рядом еду. Иксай, цени мне синие бочки, блядь. Джиллиан. О, блядь, слайкеры. Ебать нахуй раки тут, блядь. Ну, да, это... Нормально, сейчас убьем. Просто доживите, я сейчас соло добью его. Да нету. Тяни еще. Еще притяни. Нет. Сзади еще. Давайте колчедан, пожалуйста. Каз, бейте там танки. Да тут нету, рядом вон сзади. О, его подъедь куда-нибудь, давай. Все. Ладно. Ну, забей.
На самом деле изи можно убить хэмку, только нужно в этот, чтобы два человека максимум полетело. Ну, в плане, две полетки было, и все. Ну да, сейчас. И объясните людям вообще, что происходит, потому что что-то. Да они вроде должны были раздуплиться, от Бёрн на раунд. Так, смотрите, ребята, сейчас первое. Значит, смотрите, когда люди запустили людей в катапульте, как Рога у меня какой-то сидел, голубой, сразу не садись, делайте все по команде. Сначала, так, оставь метки, пожалуйста. Сначала запускаются люди. Люди, как только запустились, они убивают пушки. Люди, которые в пушках, вы убиваете, когда вас выкидывает, вы сразу заранее смотрите свои меточки, в каких машинках вы сидели. Сразу бегите к ним, после того, как вы пушки разобьете. После этого, когда пушки разбиваются, у босса вешается дебаф, кто не знает, у него увеличен урон там, на 100%, насколько там, не помню. Половина. Не суть. Короче, не суть. Когда у босса остается 2 или 1 секунда до окончания бафа, люди, которые сидят в разрушителях, тягают колчеданы, садятся в катапульты. И только тогда мы запускаем людей. А те люди, которые были... Первые полетели, они садятся в эти самые, в пассажирские разрушители и тягают клатчеданы. Кто не знает, как тягать клатчеданы, все очень просто. Нажимаете таргет, выбираете бочку эту синюю, и там крючок такой нарисован, ее тягаете, и все. Вот, и вся тактика. По поводу тех, кто сидят в пассажирке, выделите трофейный разрушитель, в котором вы сидите, нажмите «Запомнить цель». Пока 30-25 не останется, не тяните бочки все подряд. Подожди, Ан. Давайте, ребята, садитесь. Запуливайте, Бойт. Запрыгивай. Колбой пока вылез. Кто у меня первый летел в ромбике? Колчедан, сбивайте сверху сразу. Хупи Рекс, ты какой сидел? Танки с разных сторон заезжайте, у вас, если поедет машина, вас растолкает. По кругу распределитесь. Суза не туда садится. Да, стой. У Бьорна нету ничего, у меня второго человека нету. Он, к Бьорну едет, Суза. Вот, колбой, вылезь с этой самой. Все, садись сразу, когда буду. Все, колбой, садись тоже. Так, у нас один человек где-то бегает, приебался он бегать, не знаю, не может найти себе место. Бежит куда-то Суза. Суза там бегает. Суза, маг. Ну, Макс, где был? Какой ты метки был? Пойди мотоцикл сядь, если что. Да, иди садись. Мотоцикл вон он стоит за этим, за колонной. Почему Хан тоже бегает? Где ты видишь Ханта? Да не должен он садиться. Подожди, а где он? Мак, ты где? Ой, Хан, ты где бегаешь? Он да. Сел в твою тачку. Нихуя не понял. А у нас теперь... Хан, скажи, что у меня панелька скиллов нет. Анто, стоп, подожди, замолчите. Анто, вылезь. А, нет, наоборот, запулься, короче. Ты ж ретрик? Политичка. Да, да, да. Все, запуливайся внутрь. Все, mm-hmm. Хан, садись. Хан, давай, да похуй, садись, залазь быстрее. Все, готово. Не, Ози просто вылезет, там-то еще раз полетит. Все. Он релогался, сейчас заходит. Вот. Плюс... Да ему не поможет релог, это же не спасает. Ну шо, нормально, Ози? Все, готов. Все, отправляем людей.
Хеллбой, ты просто отсекаешь кучу дамы. Пока что. Возить они. Сбей колчедана над нами. Подъедь поближе, я не достаю. Сбей колчедан сверху. Сейчас там. Я скажу, когда в катапульте сесть. Все остальные добегайте до своих душителей быстрее. Ози, зацени еще колчедан один. Сели в катапульты. Ози, вылазь. Сели катапульты. Колбой, в катапульту сядь. Закидываем. За пульса. За пульса. Ауто. Паладин. Mm-hmm. Да, 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 есть, есть. Блять, сука, вылез. Кто у монаха в робике сидеть? Вылез и залезь обратно, блять. Нахуй ты мне в катапульту сядь. Все. Колчедан натягай мне сейчас. Скажу, когда в катапульту сесть. Да сейчас еду. Все нормально, я вижу. Чекай, колчедан. Возьми синюю бочку в таргет и притяни его. Еще одну притяни. Да вроде все, нету больше пушку. А не запустил. Загружайся. Это вроде. Сейчас, я вижу. Нажми красную кнопку. Тяни. Вот рядом я тут. Не, походу нет. Тяни еще. Поспокойнее. Трусы можешь залезть. Кто там бегает? Делал. В трусы залезть. Да, да, я бежу. Бегу. Я вижу. Вряд ли. Нету. Да, бля, на мне миллион трэш, я не могу стакать, типа трэш ловит на себя колчедан и слетает за этого стаки. Ну, до сих пор просто бегаем без пассажиров. Падаем, последний трай и обычку идем, то есть на таком лежал. Выкиньте нахуй этих долбоебов, которые сидят, неправильно, ну, не умеют играть на этих, на разрушителях. У нас же половина нашего рейда, почему мы не можем сесть? Давай, потому что, ну, не мог. Это просто пиздец, блядь. Запустили людей пушки, ну, в вторую пачку, блядь. Тот чел, который первые были. Ну, ко мне садись сразу в катапульту. Нахуй ты садишься в катапульту. Ты должен колчедан натягать. Короче, еще раз объясняю порядок. Ничего менять не будем, да, ребята. Время, просто время убьем. Не надо ничего-то самое менять. Делаем так же, как и было. Значит, первое. Кто первый летит? Залетайте вы в пушку. Сначала туда, к этому боссу. Уничтожайте пушки. У босса идет стан. Увеличение урона идет входящую. То есть мы ему больнее бьем. Когда в этот момент, когда у вас выкидывают тачки, вы просто подходите к своим тачкам, обозначенным на метках. Потом ждем команды. Мы запускаем новую пачку людей, то есть вторых. Вы залазите на место пассажиров, тягаете колчеданы. Потом, когда те добивают пушки, ждете вы команды нажать красную кнопочку, там вот, кто пассажирский, вы садитесь в катапульту. И вас запускают потом. За 3 стана мы босса убиваем. 2 стана недостаточно, я смотрю. Все поняли. Кому что непонятно, и объясни, ну, напишите, я вам объясню. У меня такой вопрос: а кто уже летал, его второй раз можно запустить сразу? Нет, ты ждешь команда. Да. Нет, я в том плане, то, что если кто-то заслакал, типа, подстраховать. Да, можно. А, ну все, Рост, еще, короче, меня будешь запускать.
успеть. Он накал... Сзади колчана разбейте, вот спросит. Вон, который катается там. Вот за кого? Сейчас я сяду. Я не хочу работать, я хочу уволиться. Сейчас, не сяду. Ну, у Джиллин это самое, лагает пешком. У меня пинг 6000, как только полбосса начинается, вообще я нихуя не могу сделать. Не, без меня. Можете меня кикнуть, если надо. Джин, ты какой метки был, кстати? Я просто в осадке был. Я понял. Колбой, сядь в катапульту быстрее. Запущу. Анто, ускорь. Все, запустилось. Девочка. Дорогий раш тянет, как чудо. По своим меткам быстренько добегайте. Такие чистые метки. Да, залез, типа, сейчас. Little Bay. Так, колбой, заходи, заезжай сейчас, я заезжай быстрее. В катапульту. В катапульту, колбой, давай. Колбой, быстрее в катапульту. Блять. Сядьте кто-нибудь ко мне в катапульту, быстрее. В катапульту сразу садись, кто там сидел. Азуся, в катапульту. Нету колчедана. Суза, колчедан. Проебал стаки за тебя. Нахуй ты жмешь спринт, пока да. Ну. Суза, колчедан. Ноль колчедана. Еще тяни. Я тех кастом сбила. Колбой, садись ко мне сразу, куда у меня. И тяни колчедан просто пока для Асуса. Тяни колчедан. Давай. Ну, давай. Анто, залез. Асуса, давай, забивай. Давай, залезай, когда буду, Асуса. Ускори. Все, запускаю. Колчедан, вы на приколе? Колчедан, тяните, пожалуйста. Вам ГП обоим нужно дать, блядь, это пиздец. Колчедан, тяните. Добивайся. Азуса, садись ко мне по КД и просто чекай колчедана. Все, больше летать никуда не надо, добивайся босса так уже. Шаманизм сразу садись, Нелла. Кто там Нелла у меня? Шаманизм? Угу. Тяни, Фу. Да колчедан нету, вы, блядь, колчедан пиздец, что вы с ним делаете, я не понимаю. Все, добили просто. Чувак, чекайте.
сколько там человек. Она не дохуя, 5 штук. Нормально. Рос, а ты тут что делаешь? Один из них, который Артас знает, что тут делать, так что. Просто, скажем так, если гильд состав, то нахрена мне вам мешать. Артасыч. Я говорю, я знаю, что тут делать, но просто не хотел вам мешать. Если у вас гильд статик, то у вас сыгранность должна быть, поэтому... Понял. Понял. Пойдем сразу на этот, на физрука, или будем... Пошли по... этих боковых его нем сейчас. Забери пока у тебя. Не сдам. Штаны за 40 гривен выпали там и все. Может кого еще забрать людей? Там два человека это... есть кто-нибудь? Будете рыбу жрать со специями? Конечно. Угощи. Так купить ее надо. У тебя там было, ты говорил. Ладно, уже как все здесь соберутся, я поставлю. Только, типа, ну, это мотивация для тех людей, просто чтобы они не умирали. Типа, кто умер, тот уже без рыбы. Опачка. Очень хороший. Да. Уль, да? Ретрика дыха, да. Ретрика дыха. Штанов, увы, нету таких. Ай, типа... Че, ставь. Даже шуряли квест, если что. Я могу еще раз походить. Вернуть все, кто хочет. Сейчас спрошу. Джулиан, ты тут? Где Гудли, блядь? Нет, Джулиан, нет. Да добирайте так уже, похуй, людей. Лучше сейчас доберите, потому что Виклик